Обнинский институт атомной энергетики является специализированным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов в области высоких технологий для предприятий и организаций ядерной энергетики. Он очень популярен у нас в городе, так как большинство работников Смоленской атомной станции получили образование именно в нем. Для того, чтобы десногорские выпускники смогли подать документы для поступления, уже много лет институт организует выездные приемные комиссии. В институте, в нашем, сложилась такая традиция приезжать в город Десногорск, поскольку здесь находится непосредственно атомная станция. Наш институт готовит специалистов по атомной энергетике, по атомной отрасли разных направлений. Поэтому мы готовим уже целенаправленно специалистов данных направлений, разных направлений. Атомная энергетика, эксплуатация АЭС, монтаж, наладка, радиационная безопасность и так далее. Все родители заинтересованы в том, чтобы дать своему ребенку образование такое, чтобы, получив диплом, он мог найти работу по выбранной профессии. Атомная энергетика – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. Она очень наукоемкая область. Вот, и, на мой взгляд, одна из самых перспективных областей и направлений развития сейчас в России. Вот, и я хотел бы, чтобы мой сын тоже, как и я, значит, работал в этой отрасли. Думаю, что у него в ней хорошие перспективы. В этом году в приемную выездную комиссию подали документы 19 десногорских выпускников. Большая часть из них предоставили подлинники аттестатов. А это значит, что в скором времени эти ребята, получив высшее профессиональное образование, придут работать на Смоленскую атомную станцию.